Широкий диапазон тембров и уникальное звучание не оставят равнодушным даже тех, кто далек от православной культуры. В репертуаре хора Валаамского монастыря уникальным образом сочетаются божественные песнопения, патриотические песни и произведения известных российских композиторов. Северные монастыри, как и Валаамский монастырь, отличаются очень строгим уставом и характерными песнопениями. Здесь используются древние распевы знаменные, греческие распевы, византийские. Поются на один или два голоса. Лишь по большим праздникам, когда наш хор приезжает в полном составе в монастырь, звучат многоголосные распевы и гармонизации вот этих древних распевов. В монастыре возник свой напев. Сейчас он известен по всей стране, валаамский. На этот мотив множество существует богослужебных текстов. И он является основой как раз нашего богослужебного репертуара. Этот распев, он взял свои корни от древних распевов знаменного, столпового и других. В нашем коллективе много интересных, редких голосов. Они были подобраны художественным руководителем именно для того, чтобы создать вот это неповторимое звучание нашего коллектива. Уникальные голоса от баса профунда, редчайшего голоса в мире, до контртенора высокого. У меня роль достаточно простая. У меня средний голос, баритон, поэтому... Про себя лишь могу сказать, что для меня Александр Бордак, наш художественный руководитель, подобрал несколько песнопений и песен, которые очень полюбились нашим слушателям. В нашем репертуаре есть много рождественских песен разных стран, в том числе аргентинская песня из рождественской кантаты композитора Ариэля Рамиреса. Господь, помилуй.
В репертуаре мы стараемся использовать уникальные песнопения, те, которые не поют другие хоровые коллективы. Тем самым мы сохраняем свою индивидуальность. Благодаря нашему художественному руководителю, который сам является и аранжировщиком, и композитором, в нашем репертуаре есть его сочинения. И он пишет эти произведения именно с учетом состава, с учетом голосов, которые в коллективе присутствуют. И именно благодаря этому рождаются неповторимые вот эти уникальные песнопения. Это не выражение чувств, это само чувство. Поэтому, когда на сцене ты проживаешь, ведь концерт – это совместное действие слушателя и исполнителя. Это слушатель не отсутствует, он присутствует и участвует в этом чуде. И когда ты включаешься полностью, отдаешься, и слушатель с тобой сочетается, вот, получаются чудеса, которые помогают и много-много каждый день выступать, и не уставать, и не скучать. Слава! Слава!
это единый музыкальный инструмент. Самый сложный и самый выразительный музыкальный инструмент считается. Орган – хороший инструмент, оркестр симфонический, но там работа без слов, там без артикуляции, в смысле певческой. Поэтому это сложнейший инструмент. И, естественно, это сочетание и голосов, и посыла, и внимания. Это сложнейшее, конечно, действие, но которое имеет возможность выразить красивейшие вещи. С вами была программа «Живой звук» и я, Дарья Цапарыгина. Смотрите канал 16 и слушайте только хорошую музыку.